Сиздердин кымбатты көрермен Ирбистил компаниясынын тикелей эфиринде сенин күнү бағдарламасы ал эфир тизгининде мен Жансая Нурбекова. Өздеріңіз бен амандықта, есендікте қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Жаңа күн толағай жетістіктердің бастауы болсын. Біз әдеттегідей сіздердің құттықтау лебіздеріңіз бен сәлемдемелеріңізді қабылдауға дайынбыз. Осы ретте 55-76-40 нөміріне хабарласып, күндеріңіз қалай өтіп жатқаны жайлы бөлісіп отырыңыздар. Сонымен бірге біздің Instagram парақшамыздағы арнайы постқа құттықтау тілектеріңізді жазсаңыздар болады. Ал біз тікелей эфирде хабарламаларды оқимыз. Сегодня дождливая погода, но это не помеха хорошему настроению, поэтому скорее набирайте номер нашего прямого эфира 557640, рассказывайте, чем занимаетесь, поздравляйте родных и близких с днем рождения или с любой другой знаменательной датой. С большим удовольствием послушаем ваши истории о том, как проходит ваш день. Ну а мы хотим начать свой день с музыки. 26 қазан күні АққШ, Еуропа және Латын Америкасының кей мемлекеттері ене күнін атап өтеді. Бастапқыда бұл күнді әзіл ретінде атап өткен болатын, кейін көптің көңілінен шықса керек күндізбеге мереке ретінде енгізілді. Бұл күні әр кеу бала енесіне өзіне тамаша жар бола білген қызды тәрбиелеп берген үшін алғыс айтып сыйлық сыйлайды. Сіздер де осы күнді пайдаланып, өздеріңіздің сүйікті де сүйкімді енелеріңізді құттықтап қойсаңыздар болады. Немесе біздің тікелей эфирге хабарласып, сәлем жолдауға да болады. А еще сегодня праздник приятных неожиданностей. Кто не любит получать сюрпризы? Почти невозможно представить себе такого человека. Ожидаемый или неожиданный, драгоценный или просто приятная мелочь. Все это не важно, если дарят от чистого сердца. Помните, как ослик в мультике задавал вопросы, когда ему что-то дарили? А за что? А ему в ответ просто так. Наверное, так и возник праздник неожиданных приятностей, который ежегодно отмечается 26 октября. Когда ты отдаешь то, чем хочешь поделиться от чистого сердца, то всегда получаешь взамен что-то доброе и приятное. Речь идет не о подарке на следующий день рождения или Новый год, а о взаимной радости от процесса. Если подойти к решению данной задачи с умом и фантазией, конечно, результат должен стать замечательным. Поэтому сегодня хороший повод порадовать своих близких, не упустите этот шанс. Ну а мы представляем вашему вниманию нашу традиционную рубрику полезных советов. Давайте вместе посмотрим, позже будем знакомиться с гостем нашей программы. Хотите расширить свои горизонты, выучив новый язык? Тогда представляем вашему вниманию несколько советов, которые помогут вам выучить новый язык в обычной жизни. Начните с коротких простых диалогов. В первой неделе, даже просто читая короткие простые диалоги из учебников для начинающих, вы узнаете 100-200 слов, которые составляют 50% языка. Чтобы запомнить название бытовых вещей в доме, например, можете на те или иные предметы клеить стикеры с их названием на иностранном языке. Поверьте, постоянно натыкаясь на эти слова, даже за 3 дня вы сможете их выучить. Тренируйте произношение на раннем этапе. Изучая языки, всегда можно выучить больше слов и больше грамматики. Но есть одна вещь, которую невозможно исправить в дальнейшем. Это произношение. Потому что гораздо проще делать его правильным в начале, чем потом пытаться его исправить. Значительно прокачает ваш уровень просмотр иностранных фильмов, видеороликов и лекций на оригинальном языке. Первое время вы можете параллельно включать субтитры на вашем родном языке, чтобы уж совсем не теряться в иностранной речи. Поменяйте язык на телефоне или компьютере на тот, который хотите выучить. Первое время будет тяжело, но вы быстро привыкнете. Скачайте на телефон приложения для изучения языков. Таких на сегодняшний день сотни. Они предоставляют знания в игровом формате. Постарайтесь окружить себя людьми, которые говорят на языке, который вы хотите выучить. Найти их можно в кружках по интересам или, например, в интернете. И самое главное, не стесняйтесь ошибаться, ведь на ошибках учатся. Дорогие телезрители, мы продолжаем. У нас сегодня в гостях руководитель ассамблеи Жастара Рамиль Смаилов. Добрый день, как ваши дела, как ваше настроение? Добрый день, настроение отлично. Тем более сегодня пригласили на такую передачу. Настроение на вышке. Очень рады, поздравляем вас с прошедшим Днем Республики.
На самом деле у вас очень много новостей, чем есть поделиться. Давайте начнем с того, что буквально вчера у вас открылся первый класс Ассамблеи народа Казахстана. Это была ваша идея? Расскажите вот про это. Да, вообще это уникальный такой проект. Давно я вообще работаю учителем в школе в 24-й. Я давно мечтал, что нужно как-то какой-нибудь проект ассамблейский в школе запустить. И когда я озвучил идею об открытии класса ассамблеи, наши совет ассамблеи, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Аурика Дяк, Аурика Георгиевна Дяк, они поддержали эту инициативу. Что такое класс ассамблеи? Mm-hmm. Это в первую очередь воспитательный проект, нацеленный на воспитание молодежи в духе казахстанского патриотизма, воспитание успешной поликультурной личности. Мы прям открыли целый кабинет, целый класс и всю специфику, учебно-воспитательную специфику, контент этого класса нацелили на Ассамблею народа Казахстана, межкультурные коммуникации, на мир, согласие, дружбу. Потому что школьный класс – это отображение действительно нашей повседневности, многонациональности. Прекрасно. Вы, наверное, долго, да, планировали, чтобы создать такой класс? Мы очень мечтали, планировали об этом. Подождали, пока те, на кого мы это планировали, вырастут. У нас 10-й Б-класс в школе. 10-й Бэбэрлэк. Это класс, который будет вот заниматься вопросами ассамблеи. Вообще у нас 4 направления работы. Это первое направление – это этнокультура и творчество, где наши ученики, учащиеся, будут знакомиться, благодаря этнокультурному объединению, будут знакомиться с этническими праздниками, а с национальными особенностями тех или иных представителей этносов, живущих в Казахстане, конкретно в Павлодарской области. Второе направление, наверное, одно из самых важных ключевых – казах тілі бірлік тілі. Қазір бұл заманда бізге біз мемлекеттік тілді көтеруге керек. Және қандай, мен өзім кішкене құрқам қазақша сөйлесуге. Бірақ жақсы сөйлеп тұрсыз ғой қазақша. Қазақсың. Мен өзім қазақпын. Иә. Анасы татар, мен өзім қазақпын. Мен айтам, біздің қазақ тілі не деген бай, не деген әдемі тілі. Енді екінші біздің қалай ключевой, да, на русском языке, ключи, одно из ключевых наших направлений – это популяризация госязыка. Третье – это историко-культурное наследие, потому что без истории нет культуры. Говорят же, тель, тарих – это две таких связующих компонента друг друга. Человек, который знает язык и знает историю, он может себя как-то относить к патриотам, какие-то патриотические чувства испытывать. И четвертое, наверное, очень актуальное. Вы знаете, что мы живем в информационное время. Очень много, вы сами журналисты, знаете, много фейков различных, там социальные сети, социальные медиа, они их могут воспользоваться в качестве, в негативное русло пустить их деятельности, поэтому здесь через четвертое направление нашего класса мы будем воспитывать молодежь в духе информационной культуры, информационной грамотности. Вот одним из направлений будет у нас таких важных аспектов, как казнет-этикет. Это этический кодекс преодоления языка, межэтнического языка вражды в Казахстане. И наши ребята тоже это будут изучать и продвигать. Вообще, школа – это вообще храм науки. И говоря, Олжас Сулейменов, если я не ошибаюсь, Олжас Умарович Сулейменов говорил, что будущее нации творится в ее аудиториях. Поэтому класс ассамблеи – это необходимость, учитывая то, что Казахстан является примером мира, согласия, и мы должны на всех уровнях, будь то университетские или школьные, мы должны это поддерживать. А какие классы подключены? Вообще, это проект, он идет как бы пилотный. В республике он впервые реализуется. Кстати, в стране это единственный, да, первый класс ассамблеи, надо отметить. Он единственный, первый. И сейчас это ответственно, с одной стороны, и страшно, Кишкене Курхамс. Это вся страна сейчас, имеется в виду наша ассамблея, она будет наблюдать за тем, как этот будет класс работать, как он будет реализовывать свои проекты. Поэтому здесь мы будем наблюдать, смотреть. И в дальнейшем, вот когда мы вот с Аурикой Георгиевной разговаривали, она сейчас зам председателя Ассамблеи народа Казахстана, зам Касымжомарта Кулыча Токаева, и она говорит, мы должны сейчас в Павлодаре этот проект отработать и дальше его популяризировать по всей стране. Вообще у нас, мы специально выбрали ребят постарше, это мой родной класс, 6 класса, Меным Балларом, я говорю, Меным Турден Салдар. Они идут 6 класса со мной, вот мы специально подождали, когда они вырастут до 10, уже осознанные, более-менее взрослые люди, и мы будем куда им бросать этот проект реализовывать. Вместе с ними. Конечно, класс. Вот у нас главное, вот 10-й Б, это вот конкретно класс ассамблеи. И мы, это не значит, что мы будем только в этом классе. Мы будем общешкольные мероприятия проводить и активно участвовать в жизни ассамблеи. Наши активисты и так полкласса ходят в разные культурные центры. Поэтому здесь мы будем дальше продвигать. Вот преподавать будут обычные школьные
учителя или как? Нет, смотрите, здесь учебная программа, угу. она сама по себе, ну, она не меняется. Угу. Учебная, главная цель класса – это учеба, но где-то будут проходить, например, в рамках историко-культурного наследия у нас будут проходить дополнительные VIP-лекции угу. по истории Казахстана. Угу. Мало того, в этом классе есть дополнительные уроки истории, где будут изучать поликультурную историю народа Казахстана. Угу. К примеру, если где-то допустим, русский язык, казахский язык, да, мы будем проводить мероприятия с целью сближения межэтнического согласия. Потому что вот мы говорим единство, да, бірлік, достық, татулық, а на самом деле это начинается с малого. И поэтому сейчас наша задача, вот этот 10 класс, сделать вот таким ассамблейским, нағыз Қазақстан халқы ассамблеясы сыныбы, худан берса, и мы это будем популяризировать на всю страну. Замечательно. Ну а вы, как учитель истории, сами, да, будете преподавать? Да, я буду сам преподавать. История – это один из таких важных предметов. Вообще, мои два любимых предмета, три моих любимых предмета – это история, казахский язык, русский язык. Угу. И вот мы будем на уклон делать на эти предметы. Угу, замечательно. Ну и вчера буквально у вас прошел фестиваль ко Дню Республики, насколько я знаю, называется «Пой тебе мой Казахстан». «Пою тебе да. мой Казахстан». Вот расскажите, насколько важны проводить такие фестивали? Вообще, этот фестиваль имеет большую историю. Он уже 22 раз проводится в нашей области. И вчера он прошел очень интересно, динамично. Он всегда у нас раньше проходил 16 декабря. Уже с того года мы его перевели ко Дню Республики, к национальному, главному празднику нашей страны. Суть этого праздника какая? Что молодежь этнокультурных объединений, а у нас в области 24 этнокультурных объединения, почти в каждом есть молодежь, и чтобы эта молодежь пела песни на государственном казахском языке, патриотические песни с живым исполнением. Вот буквально вчера у нас было 16 номеров музыкальных, плюс коллектив ассамблеи Жастары. У нас есть при ассамблее Жастары свой собственный музыкальный коллектив, который собран из ребят разных национальностей. Они поют песни на государственном языке. Что дает такой фестиваль? Во-первых, это интересно. Во-вторых, мы пропагандируем, популяризируем наши национальные песни, патриотические песни на государственном языке. Это же здорово. Посмотрите, сколько классных песен. Недиген Адиме Андиэры бар бізде. И вот это вот мы... вот людям все равно, это же некоторые люди вообще по песням запоминают. У нас есть один парень, его зовут Дмитрий Бабулиди, он лидер греческого центра. Он говорит, да я вообще, стал легче изучать язык, когда начал участвовать в этом фестивале. 22 года, фестиваль уже проходит, это 22-й фестиваль, и это такая небольшая фишка. Таких мероприятий по изучению государственного языка, видите, мы должны сделать так, чтобы государственный язык, он был не то, ну, понятно, учить, и в школе учат, в колледже учат, и кто-то, очень много курсов у нас замечательных. А именно в такой среде он изучается гораздо, ну, наверное, легче, интерактивнее. Кстати, продолжая тему госязыка, мы недавно запустили республиканский проект. Вообще, это республиканский проект, не мы его инициаторы, мы его подхватили в Павлодарской области. В Дюсюле. Это дворовый клуб на Камзина 80. Мы его презентовали. Сейчас привлекаем жителей этого дома. Но это не значит, что только жители этого дома. Мы вообще привлекаем всех. Дом нужен для изучения госязыка абсолютно бесплатно. Подробную информацию можете в нашем инстаграм-аккаунте, на сайте посмотреть. И вот мы привлекаем людей к изучению госязыка. Самое приятное, что были люди, ну понятно же, что все работают, жумыскет на адамдарга, вообще босс вахыт. Но все же находят время. Все же находят время, записываются. Пока у нас занятия будут проходить на базе Дома дружбы, но ближе, когда потеплеет, имеется уже к весне, наверное, ближе, мы будем продумывать серию мероприятий именно конкретно в этом дворе. Ну, главная цель вот проекта «Иди сюле», насколько я знаю, убрать языковой барьер, да? Вот дұрыс. Вот өте көп адамдар, ол қазақ тілі біледі ғой. Вот мен сияқты. Мен қазақ тілі вроде білемін, так, ну, знаю, читать могу, но кішкене қорқам сөйлесуге. И вот психологиялық тұрғыдан. У нас очень много людей, которые знают государственный язык, но той или иной степени они стесняются им пользоваться, потому что им непривычно. Ведь, ну, люди же разные бывают, и люди где-то волнуются, стесняются, и здесь надо делать все, чтобы этот языковой барьер преодолеть. На самом деле наше государство, сфера культуры, развития языков, ассамблеи народа Казахстана и прочие общественные организации, они много делают
для того, чтобы люди госязык изучали. И люди изучают госязык. Но вот этот психологический барьер, попробуем его преодолеть. А как вы считаете, может, какие-нибудь способы есть, как вот можно преодолеть этот психологический барьер? Ну, вы знаете, я хоть и учусь на психологии на втором высшем, но я считаю, что, наверное, нужно в эту среду войти. Нужно почувствовать себя комфортно. И вот такие вот, как «Уйдесу Илея», фестиваль патриотической песни. Кстати, у нас реализуется еще проект, она называется «Инсесс-Издек». Вы можете у нас в Инстаграме посмотреть, где короткие рилсы наши активисты записывают такие словарики, и те, кто подписан наш Инстаграм, они могут слова, легкие, обиходные слова изучать. Вот создается среда, и когда будет удобная, комфортная среда, люди смогут общаться на государственном языке. Потому что наш государственный язык – «Хазах тэ улу тэ бай, у тэ адиметэль», и он его ухватили. Вот какие работы сейчас проводятся по проекту «Иди сюда», да? Вот, может быть, уже начали, да, реализовать? Да. Буквально на той неделе мы развешали объявления. Мы, конечно, Инстаграм – это хорошо. Инстаграм, Фейсбук, но знаете, многие, есть же взрослые люди, которые не сидят в Инстаграме. Может быть, наша страничка еще как бы, ну, не всем известна. И поэтому мы пошли с ребятами, прям распечатали, как по старинке, расклеили объявления. И это первое, что проводится. Второе, у нас формируются небольшие группы. Конечно, сейчас мы перед этим проектом не ставим каких-то феноменальных задач, что вот все заговорят. Мы ставим такую задачу, что люди должны привлекаться к этому ко всему. Хотя бы с этого, да, начать? Да. Язык – это же тонкая материя. Вот язык – это очень тонкая материя, и люди должны потихоньку к ней вникать в нее. Люди должны ее полюбить. А вот в Казахстане много таких проектов наподобие «Уйди сюда» или только в Павлодаре? Нет, да, вы абсолютно верно говорите. «Уйди сюда» – это вообще республиканский проект. Его инициировала ассамблея Жастары, наш республиканский офис. Мы же являемся представительством из республики здесь. Они его реализовали уже в ряде областей. Он активно начался. В Карагандинской области шикарно проходит этот проект. В Северо-Казахстанской области, в городе Петропавл. Сейчас Восточно-Казахстанская область, город Өскемен. И Павлодар. Мы подключились по очереди, там с мая началось, и в сентябре мы этот проект подхватили. Поэтому этот проект реализован на уровне республики, и Павлодар не должен ударить в грязь лицом. Замечательно. Желаем успехов в этом проекте. Ну а давайте вернемся к ассамблее Жастары. Какие вот вообще проекты были реализованы в этом году? Может, расскажете про это? Ну, наша ассамблея Жастары – это такой, знаете, я говорю, динамичный организм, живой, постоянно меняющий свою форму, какие-то проекты. Но мы уже вот сказали про государственный язык. Дальше интересный момент является и то, что мы проводим по истории занятия. При ассамблее Жастары есть историко-культурное общество, которое готовит абсолютно бесплатно активистов этнокультурных объединений или ребят по мере возможности готовит сдачу единого национального тестирования, где ребята изучают в интерактивной форме историю. Конечно, мы делаем уклон на поликультурную историю Казахстана. Ребята это изучают, и хочется похвастаться, что средний балл наш, те, кто к нам ходил в историко-культурное общество, средний балл на ЕНТ составил 14 из 20. Это очень хороший балл. Ну, там и ребята ходили такие классные, сами трудолюбивые. Творчество. Мы организовываем различные частенько концерты, мероприятия. Волонтерством занимаемся. Но волонтерство у нас не является нашей прям центробежным направлением. Но, тем не менее, мы помогаем. Вот буквально недавно прошла акция «Хамхорлок». Мы помогали одиноко проживающим убираться дома, где-то пообщаться просто с людьми. И нам самим было приятно. Следующее направление у нас, ну, медиа направление, что мы активно пропагандируем идеи в социальных сетях. Вот сейчас класс ассамблеи добавился. Тематические неконференции мы проводим. Мы одни из первых начали проводить в нашей области тематические неконференции на разные темы. В этом году у нас прошла неконференция на тему «Государственная служба перспективы». «Государственная служба молодежи перспективы» так называлась. Вот. Мы пропагандируем идеи преемственности, преемственности поколений, взаимодействия с нашим советом Аксакалдар Алкасы. Вообще ассамблея Жастары, она сотрудничает со всеми структурами ассамблеи, будь то совет Аксакалдар Алкасы, совет матерей, научно-экспертная группа, этнокультурное объединение, школа национального возрождения. Мы все работаем... Мы все, вообще ассамблея, мы все работаем в одной большой команде. И, наверное, надо только поблагодарить наших коллег в ассамблее,
ассамблеи, которые постоянно откликаются, работают. Вообще ассамблея – это место, где люди с сияющими глазами и пылающими сердцами. Прекрасно. Но, насколько я знаю, сама ассамблея основалась еще с 2000-х годов, да? Вот. Ассамблея же старая, молодежное крыло ассамблеи. Да. Оно взяло свою историю с 2000-х годов. Оно было создано по инициативе старейшин, когда во главе с нашим многоуважаемым Канатбулатовичем Даржуманом покойным, Минир Хамитовичем Галеевым, Фаиной Павловной Свечинской, еще ряда, Юлия Николаевна Стринчук, а на данный момент наш зампредседатель Совета Матерей, Наталья Нефедова, Любовь Ивановна Богдан. И вот много-много людей, которые решили создать. А почему вот молодежь, как бы она есть в ассамблее? У нас с 95-го года, как по всей стране, была создана ассамблея народа Казахстана, молодежь там есть, активно участвует, но им нужно вместе собраться. И тогда в 2001 году была выдвинута инициатива по созданию молодежного крыла, где все, по сути, мы большое молодежное культурное объединение, где с каждых центров есть молодежь. И здорово, что молодежное крыло в стране в одном из первых образовалось в Павлодаре и в Алмате. Мы одни из первых, да? Так, наша ассамблея вообще везде впереди. А сколько сейчас на данный момент человек состоит в ассамблее и какие возраста? Смотрите, у нас ребята не платят членские взносы, у нас это ребята из этнокультурных объединений. Смотрите, у нас где-то более 200 человек. Но, видите, это же общественная организация. Мы не секция, мы не какой-то там кружок. У нас количество активистов меняется. Возраст у нас от 14, но сейчас до 35 лет. Основная масса – это студенты университетов и школьники 11-10 классов. Ну, как вы сами понимаете, у них время есть, им это интересно, но и также далеко не отходят и наши молодежь, которая уже работает активно. У нас есть, вот, например, лидер, член ингушской молодежи Тимур Евлоев, он врач-стоматолог. Лидер грузинского центра, она Анжела Аветисян, она преподаватель скрипки. И таких вот людей у нас в ассамблее много. Прекрасно. А как вот можно попасть в вашу ассамблею? Да? Любой желающий может? Или? Абсолютно любой желающий с 14 до 35 лет. У нас есть такие направления, как этномода. Кстати, чуть не забыл, этномода. У нас люди разных национальностей одевают казахские костюмы. Вот буквально 24 числа мы презентовали дефиле мод перед торжественным концертом. Нашим жителям очень понравилось. Все были в восторге. Как нам можно попасть? У нас все занятия проходят абсолютно бесплатно. Вы можете записаться по телефону Дома Дружбы. Я вам могу чуть позже его скинуть. И у нас на страничке Ассамблея Жастары Павлодар. И есть страничка в Инстаграме Ассамблея Павлодар. На этих двух страничках вы можете получить информацию, написать нам в дайрект. И вам в течение дня обязательно ответят и напишут. Но основная масса у нас — это активисты этнокультурных объединений, которые ходят в те или иные национальные культурные центры. Рахмет, а вот этномода – это традиционные проводящие? Это в этом году. В этом году родилось экспромтом. У нас творческим вдохновителем была руководитель Дома Дружбы Нурия Акдовна Кубенова. Она говорит, а что нам не попробовать этномоду? У нас, говорит, вот мы сидели, и она говорит, сколько красивых парней и девушек. Давайте, говорит, что-нибудь, говорит, модное попробуем. Костюмов у нас хватает, молодежи у нас хватает. И вот под руководством нашей активистки Шуғылы, Тлекес Кызы, фамилия у нее, Шуғылы Тлекес Кызы, наша активистка, она руководит этим направлением. И наша молодежь, первая презентация была на юбилее Дома Дружбы, которого в этом году исполнилось 15 лет. Второе наше такое мощное дефиле было на День Республики перед торжественным концертом в ГДК имени Сталина. Ну, дальше мы продолжим. Надо гордиться нашей национальной одеждой, вот я всегда сам стараюсь по возможности, и показывать ее в свет. Правильно, да, правильное направление, на самом деле, вы выбрали. Ну, а давайте сейчас продолжим нашу беседу после небольшой музыкальной паузы. Позже не переключайтесь. Дорогие телезрители, мы продолжаем. У нас сегодня в гостях руководитель ассамблеи Жастары Рамиль Смаилов. Давайте продолжим нашу беседу. Давайте поговорим о том, что вы также вот работаете учителем, да, истории? Да. Как так получилось? Вы считаете, это ваше призвание? Или как? Ну, когда я выйду на пенсию и про меня напишут книгу, тогда, может, я скажу, что это мое призвание. Пока думаю, рано говорить. Вообще, да, я работаю учителем.
с 5 класса мечтал стать учителем именно истории. Uh-huh. И моя мечта сбылась. Гаджи, бойтесь своих желаний. Uh-huh. И вот сейчас работаю в своей родной школе, где проучился 11 лет, в 24-й школе. Uh-huh. 11 лет проучился и вернулся опять в свою родную школу. И уже uh-huh. 5 лет работаю учителем. Uh-huh. А работа в ассамблее Жастары, она у меня общественная. Волонтерская. Да, по сути, волонтерская. Мы этноволонтеры. Ни я, ни рукокетно-культурных объединений, ни наши активисты. У нас никто не получает заработной платы. Ассамблея держится на активистах. Угу. Даже вот все эти певцы, танцоры, кто у нас выступают, они негде, они где-то учатся, где-то работают. У них свое основное место работы, учебы есть. Угу. Ассамблея – это такое место, куда ты попадаешь. И если тебя ассамблея вот примет в душе, Гагаджи, Жанратсе, угу. Она начинает становиться частью твоей жизни. Я вот уже 11, почти скоро 12 лет хожу в ассамблею, попал туда очень нечаянно. Угу. Мне друг говорит, пойдем. Сколько вам лет тогда было? Ой, я тогда был школьник еще. Угу. И он мне говорит, ну, посчитай, где-то лет 10 класс, может, 11. Угу. И мне друг, вот он известный журналист, Ренат Абдулкаримов, говорит, пойдем, говорит, типа, в Дом дружбы, туда-сюда. И я для интереса зашел. Я зашел вообще просто угу. показаться, чтобы, ну, для, как, грубо говоря, для приличия зайти. И вы знаете, мне так понравилось. Затянуло, да, сразу? Да, первый вот, куда я зашел, это был татаро-башкирский центр, 311-й кабинет Доме угу. дружбы. Я зашел, и мне так понравилась там атмосфера, это ассамблейская. Угу. Все какие-то дружные, активные, постоянно какой-то помогают движняк. Друг другу, да, наверное. Выступаю, такая жизнь интересная, насыщенная. И что-то постепенно, мне как засосало, говорят, в это болото. И я стал потом заместителем председателя, потом председателем. Но что меня в ассамблее вдохновляет? Uh-huh. Наши люди. Вот поймите, я вот много где активно участвую. Uh-huh. Вот ассамблейские люди, они какие-то другие. Даже вот они иногда общественное ставят выше своего личного. Uh-huh. Они это все делают, ну, по сути же, во благо общества. Они там этим занимаются, проводят какие-то мероприятия, друга поддерживают, пропагандируют идеи межэтнического согласия, дружбы этносов. Uh-huh. Это же здорово. Некоторые люди, каждый человек находит в ассамблее что-то свое. Кто-то находит прекрасное времяпрепровождение, да, угу. Поет песни, танцы. Кто-то участвует, новых друзей, да, кто-то новых друзей, проекты. Угу. У нас вообще ассамблея – это большая дружная семья. И вот как говорит наш представитель греческого центра Людмила Петровна Ифандопола, она говорит о том, что Дом дружбы, ассамблея – это безопасная территория для взросления молодежи. Mm-hmm. Сколько успешных выпускников вышло из рядов ассамблеи Жастары, ну, из молодежного крыла ассамблеи. Это и Наталья Нефедова, сейчас замруководителя аппарата АКИМ Павлодарской mm-hmm. области. Она была нашим представителем. Элина Паули, она директор РГУ Когамды Келеса. Максим Споткай, mm-hmm. руководитель аппарата Многие Сената. Многие достигли больших успехов. Очень да? много учителей, врачей, mm-hmm. журналистов. Вот Ренат Абдулкаюмов, журналист и канал Евразия, Кристина Кахно, журналист «Звезды Притыща», Александр Вервейкин, директор mm-hmm. Павлодарского дома географии, тоже журналист. И этот список вот можно просто... Нескончаемый список. И эти люди достойные граждане нашей страны, патриоты. И когда-то они начинали в Ассамблее народа Казахстана. Mm-hmm. Под чутким руководством наших председателей, аксакалов. Это вообще такой вот правильный обмен социальным жизненным опытом именно mm-hmm. происходит в Ассамблее. Старшее поколение заряжается от нас энергией, мы перенимаем у них мудрость. Mm-hmm, прекрасно. А что лично вам дала ассамблея, да? Может, какие-нибудь качества, да, привила вам? Ну, наверное, правильно сказать, ассамблея заставила, наверное, меня, например, человека mm-hmm. становиться лучше. Mm-hmm. Это первое. Я с тех пор вот я представляю человека, это как мобильное приложение. Вот мы же обновляем Инстаграм, там обновляем Фейсбук, ТикТок. Uh-huh. И точно так же человек. Мы каждый раз должны обновляться, мы должны к чему-то стремиться. Uh-huh. Ассамблея научила меня креативному мышлению. И самое важное, ассамблея, вот я вот сейчас вспоминаю с возрастом, ассамблея научила понимать других людей, uh-huh. вот смотреть на людей по-другому. Потому что ассамблея – это гуманизм. А что такое гуманизм? Это человеколюбие. Mm-hmm. Поэтому, вот, наверное, вот этим вещам я благодарен. Но больше всего благодарен за друзей и за людей, с которыми я познакомился в ассамблее. Mm-hmm. Прекрасно. Ну, а вот давайте обсудим о планах.
Жастар Ассамблеясы на следующий год или на ближайшее время, да, вот какие ближайшее может время, проекты? Пока мы на следующий год мы в стадии разработок еще, но я вам скажу о ближайшем проекте. У нас до середины ноября, еще дату мы объявим, пройдет молодежный форум «Берлек Единство Киезет». Он у нас традиционный тоже, после пандемии некоторое время он не проводился, ну, сами понимаете, по эпидемиологическим причинам. В этом году у нас будет 4 площадки, одной из традиционно будет площадка, посвященная нравственно-духовному развитию, площадка будет посвящена основным тематикам деятельности Ассамблеи народа Казахстана. Тут мы делаем уклон на нашу сельскую молодежь. Мы стараемся ребят и девчат из деревни Алдан Келген адамдарга показать, привлекать. Потому что, знаете, наша Ассамблея Жастары говорит, между деревней и городом разрыва быть не должно. В деревне живут такие же талантливые молодые люди. Просто где-то у них географически где-то, может, у них нет возможности, там, ну, дома дружбы нет или еще чего-то. Поэтому мы должны как-то молодежь из районов продвигать. Сейчас, конечно, у нас есть какие-то проблемные точки. Мы сейчас должны именно наладить систему в районах свою, чтобы больше привлекать молодежь именно сельскую. Потому что ауылда өте көп дарында адамдар жастар бар ғой. И оларды... Я казахша сөйлейінші, жарасып кетіп атыр сізге. Оларды қалай бізге дұстық үйін де шақыруға керек, ассамблеяға от сондықтан. Я керемет негізі осы ретте сіздерге сәттілік тілейміз. Келесі енді айтып отырсыз, бірлікке байланысты жобаларыңыз тек қана алға аса берсін, талаптарыңызға нұр жаусын, еңбектеріңіз жана берсін. Енді тікелей эфирді пайдаланып, біздің көрермендерге қазақ тілінде тілек айтсаңыз болады, немесе сәлем жолдасаңыз болады. Құрметті Ирбис телекомпаниясын. Ой, мен ұмыт қалдым, қалай болады зрители, көрермендер. Құрметті Ирбис телекомпанияның көрермендері, мен сізге тек қана жақсылықты тілеймін, денсаулығы тілеймін, сіздің армандары ұлы болсын. Енді сіздің әрбір күнде, әрбір күнде, әрбір минутта сіздің өмірі бақыты болсын. Керемет, керемет тілек айтыңыз. Шынменен сізге де сәттілік тілейміз. Жұмысыңыз алға баса берсін. Келесі кездескенше, сау болыңыз. Дорогие телезрители, мы только что попрощались с гостем нашей программы, ну а сейчас у нас короткая реклама, не переключайтесь. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті, ал біз сіздермен ертең дәл осы уақытта қайтадан жүздесетін боламыз. Эфир тізгінінде болған мен Жансая Нұрбекова, аман сау болыңыздар.